выходные на футбольном поле детской юношеской спортивной школе «Виктория» состоялся заключительный этап турнира по футболу среди команд Славянского района. За игрой наблюдали и наши корреспонденты. На протяжении месяца в поселениях района проходили игры по футболу. И вот настал момент окончательно подвести итоги. В финальной игре на поле детской юношеской спортивной школы «Виктория» встретились команды из Петровского, Анастасиевского поселения, хуторов Голицын, Забойский, Бараниковский. Каждые выходные, субботу, воскресенье проходили игры с утра и целый день. Дети были в разъездах, каждая команда сыграла у себя дома. По итогам состязаний победители определили в двух возрастных категориях. В старшей возрастной группе первое место заняла команда «Олимп» станицы Анастасиевской. Капитан этой команды Дмитрий Должков футболом занимается 10 лет. Победе, говорит спортсмен, очень рад, ведь для команды она многое значит. Первое место – это очень для нас престижно. Вся команда выложилась на 100%, показала настоящий мастер-класс результат. Первое место в младшей возрастной категории заняла команда «Виктория», поселок Совхозный. Победители получили грамоты и подарки – футбольные мячи. Победа не только всегда радует, но и дает возможность двигаться и стремиться только вперед. Поэтому славянских спортсменов впереди ждет много новых спортивных высот. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».